«Будь готов защитить Родину». В рамках этой акции ивановские росгвардейцы совместно с ДСАФ организуют военно-патриотические игры для детей. На этот раз посетили детский санаторно-оздоровительный лагерь «Чайка». Соревнования включают в себя два этапа – смотр строя и песни и военно-спортивную эстафету. Участие приняли дети всех возрастов – более 250 человек. Здоровый образ жизни, физкультура, где полезно, чтобы я не рассказывали другим, вот, я, она, и они видят, что и мы не участвуем, как военнослужащие, так и сотрудники, где в этом данном это мероприятии, чтобы и в дальнейшем им хотелось это стать где такими же защитниками.